Команда теперь решает правила, ну и нестандартно подходит к КВН. Аплодисменты! Ну что ж, и завершает конкурс приветствия команда с самым вкусным названием сегодняшней игры. Итак, команда КВН «Авокадо», сборная 3-го и 4-го отрядов. Вас приветствует команда «Авокадо». Готовьтесь к фруктовому ассорти юмора, к срыву сочных шуток. Поехали! Итак, а мы начинаем. Медицинский центр играет огромную роль в жизни нашего отряда, поскольку его работники оказывают неоценимую помощь нашим пионерам. Посмотрим первую миниатюру. Доктор, доктор, у меня умирающий человек. В очередь! Я что-то с рукой, походу, сломал. Пошел на море. Купайся в море. Мне череп пролом. Купайся в море. На море. Море. Тифозный гломерулонефрит. Что сказал? А, в общем, на море. Доктор, у меня труп, что мне делать? В море его. Бывает так, что капитан не всегда может прийти на капитанию, и ему делают замену. Но замена не всегда бывает удачной. Посмотрим вторую миниатюру. Так, опять какого-то она не хватает. Я тоже думаю. Ну какой это может быть отряд? А, давай. Я здесь. Нет, ну я тоже здесь. Боже! Вот он! А где капитан? Где он? Заболел. Ладно, начнем капитанию. Итак, я хотел бы поднять вопрос про вечернее мероприятие. Когда это закончится? Про вечернее мероприятие. Я согласен. Когда это закончится? Оно прошло неожиданно прекрасно. Да, кстати, но следующая тема меня не очень устраивает. Так, а что касается уборки? Что там у нас с обуком? Уборка все хорошо, обук действует. Да, и хотел бы поднять вопрос спорта насчет плавания. Да, действительно. Когда подведут итоги, это неизвестно. Ой, айфон сел. Куда? Как всегда. Известно, что проводится множество игр на сплочение отряда, но некоторые люди относятся к ним слишком серьезно. Один из таких примеров мы посмотрим прямо сейчас. Это что-то вроде уборки. Все надо делать чисто. Ты убит. Чего? В спортивных играх очень важно знать правила, на что нам помогают наши спортивные инструкторы. Смотрим. И сейчас я хочу рассказать вам о правилах игры в волейбол. Во-первых, мы не играем ногами. Во-вторых, головой, животом. Руками тоже не рекомендуется. Если вы коснетесь мяча правым мизинцем левой ноги, вы дисквалифицируетесь немедленно и навсегда. Ты подумал матом, вон из строя. А теперь давайте представим. Один из полуруков моет своих деток в душе. Посмотрим. Так, дети, построились. Первый. Второй. Первый, второй ребенок моется с 11:37 по 11:42. Третий ребенок моется в 19:37. Так что пошел к маме. Так, рассчитайся. Первый! Второй! Я жду. Расчет окончен! Молодец. Так, залезай в ванну. Раф! Не через бортик. Как
Я не знаю, как ты через бортик. Вода, вода. Так, не нырять. Я сказал, не нырять. Так, дети, ладно, выходим. Обтираемся. Нет. Обтираемся. Нет. Присчитываемся. Первый. Так, где еще один? Ой, а. О, ты больше не купаешься. Почему? Я маме скажу. Я не папа, я плавру. Ты пап? Дорогие друзья, а сейчас мы увидим, как проходит уборка в одном из отрядов. Ты куда? Какие зубы убираться? Поняла. А ты куда? Какой туалет? Закрою туалет и ванны. Все время ходите. Убираться! Ты здесь? Я еще... Проверка! Давай, господи! Всем, пожалуйста. Да. А, забери! Первая комната чистенько убрана. Да, хорошо, вы постарались, да, десятку. А вторая комната чистенько убрана. Смотрите, все. Да, пыль прекрасно. Нет, да. Третья вообще идеальная комната. Неплохо. Но я, пожалуйста, глю под кровать. Это прекрасно. Это все чисто. Хватит! И что? Ну нет, товарищи, это девятка. А Бог всемогущий! Кто с ним? Нет! Ему нужна десятка! Поставь десятку! Я дам все обеды! Поставь десятку! Авокадо!